если смотреть объективно, то думаю, что устраивает. Очко на выезде с одним из лидеров чемпионата при такой тяжелой игре, при большом преимуществе хозяев. Но, тем не менее, вытерпели, заработали очко. Я думаю, оно нам поможет и в психологическом плане в том числе. После того, как Краснодар остался в меньшинстве, стало ли Оренбургу играть легче или проще? Да, я думаю, нет. В современном футболе на одного игрока меньше это не играет особую роль. И тем более мы играли как-то по инерции, мы не смогли перестроиться, использовать это преимущество. Наверное, потому что хотели сохранить это очко и также продолжали играть с обороной.